Почти ровесники города и комбината. Газоспасательная служба ПАО ММК отмечает юбилей. Со дня ее образования прошло 90 лет. В связи с праздничной датой на предприятии состоялась торжественная сменно-встречное собрание. На нем присутствовали почетные гости и наша съемочная группа. Это сменно-встречное собрание для газоспасателей выдалось праздничным. С юбилеем работников газоспасательной станции пришли поздравить почетные гости. Помимо теплых слов были и подарки. Есть профессия Родину защищать, есть профессия людей спасать. Люди, которые выбирают эти профессии, обладают, наверное, некими какими-то иными качествами, чем просто обычные гражданские. Это, во-первых, мужество, отвага, умение работать в команде. Вот. И самое главное, наверное, это как раз-таки спасение людей, спасение пострадавших, то есть в любое время готовность прийти на помощь. Я от всей души поздравляю вас с юбилеем. Хочу пожелать вам и вашим близким здоровья и благополучия. И самое главное, чтобы все вот эти качества и умения, которые у вас есть, когда вы спасаете людей, чтобы вам они пригодились только на противоаварийных тренировках. Вы обеспечиваете безопасную, бесперебойную работу огромного гиганта, как наш Магнитогорский металлургический комбинат. Помимо работы, я знаю, что вы все любите спорт, отдыхаете на первых ролях. Не только на работе, но и в спорте. Поэтому хочется пожелать вам успехов в труде, в работе, здоровья самое главное, в спорте, чтобы вы первые были, не останавливаться на достигнутом. Ну и до 100-летнего юбилея недалеко уже, да? Я надеюсь, что мы через 10 лет отметим эту круглую дату. С праздником вас, коллеги! Газоспасательная служба на производстве появилась в далеком 1930 году как пункт при доменном цехе. И только через 3 года была выделена в самостоятельное подразделение. С тех пор мы берем свою историю и по настоящее время выполняем возложенные на наши задачи. Это спасение людей, ликвидация аварии, требующих применения газоизолирующих аппаратов. Они не только приходят на помощь, рискуя своими жизнями. Газоспасатели проводят профилактическое обследование состояния газового оборудования на производствах, участвуют в противоаварийных тренировках и не только. Их цель – предупредить и исключить возникновение возможной аварии. Вот в этом году уже 17 лет буду работать. Да? Ну, до этого много слышал об этой профессии. Как говорится, считаются элитные войска на комбинате, поэтому с удовольствием работаю. Что пожелаете себе, ну и своим коллегам? Конечно же, без аварийной работы, конечно же, счастья, здоровья, ну и оптимизма. А в мире множество профессий, и другие даты ждут. А наши пишут песни, в честь нее дают салют. Посмотреть металл горячий, приезжайте в цех родной. На трамвайчике до 5-й, ну а там по навесной. В торжественной обстановке лучшим работникам вручили грамоты и благодарности. Творческие коллективы подарили свои выступления. Ольга Аникина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.